И всем привет, мы возвращаемся в Zero Escape. Тут я заметил, что главное меню оказывается... Интересная деталь такая, что... Основываясь на том, на каком мы испытании находимся, или на каком уровне, ну, скорее всего, испытаний, там, этой комнате закрытой, она показывается в главном меню, что довольно интересно. Уж не довольно простенькое главное меню, согласитесь, просто часы, которые тикают. Хотя, это сейчас нет, но они все равно тикают где-то. Окей, продолжаем мы нашу игру за команду Ку. Ку-ку, только вот... Дальше-то что делать? Я вот не уверен, потому что нам надо заполнить эту штуку с жидкостями своими, вот эту. Анализатор, как они ее назвали, но где мне эти жидкости, точнее, какой последовательности мне их поставить, залить туда, я даже не в курсе. У меня теперь 4 штуки вместо 2, вместо 3, простите. Простите, извините, вместо 3, конечно. Только вот где наши... Можно подсказку об этом найти, исследовательские заметки. Разделение жидкости, это нас научили тому, чтобы мы разделяли жидкости. Не говорить, что мне надо будет разделить две жидкости, разделить одну жидкость, но соединить другую, чтобы было у нас по итоге 3 жидкости. Блин, о боже. Как это понять? Подождите, может как-то связано с этими? С... Вот эти, короче, баночки, которые стоят, такие образцы, в общем, поняли, вот эти образцы. Но их тут всего 4 штуки, поэтому я не знаю... Я не знаю, на самом деле тяжело как-то вообще-то догадаться до этого. Мне кажется, надо где-то посмотреть записку. Давайте поищем где-нибудь у нас документы. Руководство к центрифуге. Окей, это то же самое. Только... Хотя это устройство используется для смешивания и разделения жидкости. Так, мы это только что прочитали, нет? Или... Окей. Тщательное изучение зеленых и розовых жидкостей позволило выявить две разные клеточные структуры. Зеленые и розовые. Окей, это которые у нас были изначально, две штуки. Позволило выявить две разные клеточные структуры. Окей. Разделение жидкости приводит к получению... А, стоп. После осмотра разделенной жидкости под микроскопом стало ясно, но каждый цвет обладает уникальной клеточной структурой. Стоп. А, подождите-ка. Красный, белый, желтый, синий. Так это получается, нам уже больше ничего не надо, правильно? Может, надо... Давайте соединим. А я правильно? Стоп. Парни полностью смешались. О боже. Мензурка жёл... Серьезно? Это серьезно? Как я должен понять, как... Окей. Может, под микроскопом посмотреть? Я не знаю, слишком много всяких жидкостей, мне страшно. Ух, слишком нечетко. Да что ты говоришь, слишком нечетко? Потому что это не значит, что мы. Значит, мы не должны сюда лезть. О, какие-то. Что-то я говорил, что головоломки не такие уже сложные, в итоге. Как оказалось, я был неправ, собственно, как обычно. Потому что я прям тут какой-то слишком жесткий затуп, я не знаю. Так, а что мне дальше делать? Свинюха, может, еще раз посмотреть. Я все еще думаю, что это нужно нам свинья, но есть одна проблема, как ее вытащить. Вот, но пора показать, что я мужик. Моя рука, что нет трещины? Что ты творишь? Окей. Розетку мы не можем трогать. Ничего с ней нельзя делать. Так вот. Может, сколько у нас жидкости? Кстати, стоп, давайте еще раз смотрим. Эти таблетки, он же говорил, что мы должны их принять. Может, если смешать им с чем-то, они дадут нам подсказку этой таблетки, которую я не хочу принимать. Окей, смотрите, кстати. На форму их. Если так посмотреть издалека, то это ведь похоже на цифры, правильно? Вот я вижу 5, 2. Ага, 1, 2. Блин, ну еще и... Почему 4? Почему остальная другая пачка пустая? 1, 2, 3, 5 есть, но нет 4. Почему? За что? Окей, по крайней мере, я это заметил. Я могу эту штуку поставить обратно? Знаешь, сюда... не могу ничего поставить. Стоп, а если... Нет. А, боже, почему так сложно? Я только что думал, что я что-то узнал, но в итоге... Для чего мне эти таблетки нужны? Куда их просто суну? Ну куда их суну, эти таблетки? А, кошмар.
Становится все тяжелее и тяжелее. Окей, я что-то нашел. Еще можно, оказывается, эту штуку от центрифуги засунуть сюда. О, думаю, эта штука сюда поместится. Спасибо. Наконец-то мы откроем эту микроволновку. Уже несчастную крышку от центрифуги. Ладно, можем попробовать. Только что это даст нам? Я вообще не знаю. Ну, мы нагреем ее, допустим. И на крышке появились буквы. А-а-а, вот как. Окей. Оранжевый, голубой и белый, видимо, снизу. Голубой... Таблетки, оранжевый, голубой и... Окей. Т5, 4, 3, 5, и чё дальше? И чё дальше? И чё дальше? И чё дальше-то? Чё тут за слова появились после облучения ультрафиолета? А, это вот что, это не микроволновка, окей, логично. И что это за круги? Это какие-то чаши? Оранжевый, синий, белый. И чаша. Оранжевый, синий, белый, чаши? Что? Это на каком языке написано? Оранжевый... А, боже, я понял. Это последовательность вот этой, где... Рядом со свиньей лежит, как не лежит, но стоит, в общем, вот эта штука, куда надо заливать жидкость, типа, это последовательность просто, окей. На самом деле, это не так уж и сложно, наверное, но, блин, я не знаю, поставим эту жидкость первой. Оранжевая, что там дальше было, голубая, белая, блин. Но все равно, не знаю. Надо тщательно просто все обдумать, кто, что вообще, куда можно подойти, зачем, что мы делали в прошлый раз. Синяя жидкость, окей. Надеюсь, это синяя, не голубая, я не знаю. Стоп, только не то, за что? Не то не хотел сделать, я только что делал. Да. Голубая, ну просто... Стоп, аккуратно, просто не торопись. Торопись. Все проблемы из-за того, что я тороплюсь, потому что постоянно вот так получается. Ну, очевидно, окей. Голубой в английском языке означает также и синий. Blue, то есть и голубой может быть и синий, поэтому... Поэтому все-таки, наверное, подходит сюда синяя пробирка. Надеюсь. Ну да, потому что как еще получить просто голубую пробирку? Неправильно, никак. Поэтому, я думаю, это подойдет. И следующее, белый. Так как белый получить? Стоп, как белый получить? Окей, еще раз посмотреть хочу я. Стоп, нет. Это предмет надо посмотреть, да? Оранжевый, голубой, синий, белый. Ну, окей. Оранжевый, голубой, синий. Стоп, оранжевый, синий, да, и белый. А где мне взять? Подожди, белый. Просто белый залить, да? Правильно? Просто белый из маленькой пробирки. Окей, надеюсь, это последняя головка, потому что я не выдержу еще. Серьезно, сколько можно этой химией заниматься уже? Я не особо фанат этой химии, если честно. Я вроде же говорил это не раз и еще не раз скажу. Потому что чувствую, в этой игре достаточно будет этой химии, этого предмета. Науки, точнее, не предмета. И это последнее, хорошо, можно начинать. 30, я думаю, что мы их увидели, но где? Что, как это можно забыть? Это был оранжевый и, ну, это... Сейчас давайте посмотрим на крышку снова. Стоп, что? Ты издеваешься надо мной, игра? Ты игра надо мной просто издеваешься, серьезно. Ты шутишь. Окей, блин, серьезно, мне понадобилось добавлять просто из микропробирок вот этих маленьких колбочек. Какая вообще разница, если там была голубая, то же самое там было? Ну как? Просто в чем логика? Какая разница? Они оба голубые. И то есть, если у них разные какие-то свойства, я понимаю, но не было такого условия, что в котором надо было ну, именно конкретно вот эту такую одноразовую, ну, как вообще мы поняли. Не комбинированную, а отдельную надо засунуть туда. Ну как это можно понять вообще просто? Ей, у нас получилось просто методом проб и ошибок, что ли, я не знаю. Блин, так не очень нравится мне. И чего у этого, что-то, что ребенок, и чего у него башка квадратная вообще, а?
С углами, углами. Неважно, сколько все плохо, решенная проблема всегда тебя взбодрит, согласен. Надеюсь, но я вижу еще монитор справа, поэтому я немного беспокоюсь насчет этого. А, что-то есть? Где? Что, вот это что-то или вот то что-то? Я не знаю. Потому что я больше боюсь то, что вы справа. Образец в форме цилиндра, похож на человеческий зародыш. Зародыш. Что-то не так? Почему ты отворачиваешься? Ура, получили колбочку с ребенком. Это человеческий зародыш. Думал, что он еще умер до рождения. Но всегда думаю, что слишком много таких вещах становлюсь печальным. Ты плачешь? не плачь. Бедняга, бедный Бьякуя, недобьякуя. Окей, компик. Рыба, птица, стрекоза или кто это? Стрекоза вроде бы. Это солнце и человек. Что это за символы? 5 символов, 5 цветов. Все разные. Это должна быть подсказка. О боже, только не говоришь... Еще снова цвета. Я уже устал от этих цветов в этой комнате. И что это за подсказка, по-вашему? Видимо, надо переставить... Окей, это просто. Птиц... Это надо переставить колбочки справа, я понял. Но... Окей, ну... Свиньи здесь нет, поэтому это нам на руку. Получается, птица... Стрекоза уже стоит. То есть бабочка по-другому. Или, надеюсь, на третье, правильно? Но пингвин, стоп. Пингвин должен быть первый, это пингвин вроде бы, да? Пингвин первый, рыба вторая, стрекоза, окей. Давайте попробуем. О, тут еще корень этот. Бабочка не двигается. Пингвин, стоп. Ничего не происходит, может быть, наверное, неверный порядок расположения. Окей, я сам это понял. Окей. Опа, опять, как ты сейчас геймпад играть, серьезно? Это прям неудобно с геймпада играть. Приходится, надо с мышки играть. Хотя, не знаю. Бабочка не двигается, человек последний. Окей, все вроде бы. Либо так, ну, вторая была рыба, поэтому, да. Стоп, нет? Ну что делать? Да как так? Давайте заново. Вот так получается? Стоп, да как так? Человек должен быть последним. Не понимаю. Почему это вообще цвета? Тут цвета имеют значение. Подожди-ка. Почему мне как-то... Я не понимаю. Я не понимаю, как? На этом этапе было изображено человек... было показано изображение человека, птицы, рыбы, насекомые, растения. Окей. Разве цвета не совпадают с письмом, с этим пилюлькой, что мы нашли? Должно быть совпадение. Какие пилюли? Почему тут пилюли вообще? Я попробую другой вариант. При чем здесь вообще пилюли, я не понимаю. Какие еще пилюли? Стоп. Хотя, если говорят пилюль, то есть... А зачем еще монитор тогда этот нужен был, если там были на пилюлях цифры? Что? Пилюли, и что? Какие цвета вообще? О каких цветах идет речь? А, окей, я теперь все понял, блин. Я не знаю, я, может, слишком раздражаюсь от этого, но, блин, не знаю. По-моему, я не должен так раздражаться. Просто я уже устал от этой комнаты, наверное, вот и все. Окей. Пингвин первый, так правильно, это пингвин. Пингвин первый, так и должно быть. Все верно. Рыба вторая... Стоп. А подожди, получается... Это... Окей, первый это подходит, это просто совпадение такое. Стрекоза не двигается. Хотя стрекоза третья получается. А нет, стрекоза четвертая, все правильно. Так она не двигается, потому что ее не задвинули, с ней ничего нельзя сделать. Это логично. Что она не сдвинется с места. Человек... третий получается. Человек третий, а это пятый, что? Окей, тогда ладно. Теперь я понял. Человек третий, а эта штука, не знаю, корень что ли третий? Подожди, корень первый? Нет, все правильно. Вот так получается. Окей, слава богу, спасибо. Рандес, это все. Я понял, что так все должно быть. Рад, что ты здесь. Ох, не стоит. Хе-хе-хе.
Рад, что ты здесь. Поняли? Рад, что ты здесь. Я не понял. Я тоже это знаю, я понял еще до... Эй, хватит меня игнорировать. Какое-то устройство выскочило. Устройство проверки отпечатка пальцев, нужно теперь идентифицироваться. Что если выход откроется? Давайте попробуем. Фью. Ау, больно, что я думал, эта штука нужна для отпечатка отпечаток пальца. Что это? Тут типа ловушки. Черт, у меня кровь идет, больно. И что это за звук? Окей. И смотрите, под раковиной загорелся огонек. О, мой огонек, 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 огонек. Какие песни были с огоньком связаны? Я что-то уже забыл. Зеленый огонек загорелся, похоже, подавилось питание. Что-нибудь изменилось? Посмотрим, эта штука двигается. Окей. Соединить их, наверное, как-то надо. Думаю, питание включено, все равно ничего не работает. Да нет, так сюда, может. Нужно вытащить свинью оттуда, могла быть фарболитовая. Двигай ее. Не понял. А, стоп, такая-то дырочка есть. Смотрите. Или это не дырочка, нифига. Это не дырочка никакая. Ну, что это такое вообще-то? Да? Открывайся. А, тут есть ящик. Это скальпель. Скорее всего, он нам понадобится. Возьмем его. Берите, пожалуйста. Берите скорее. Давайте уже закончим это все. Окей, а что дальше? А, смотрите, там какая-то штука есть. У этой штуки... Так, какие колесики? Вон, смотри. Или это просто для передвижения? Окей, а дальше-то что? А дальше-то что? И этот не... шкафчик не работает до сих пор. Полетели. Это тоже не работает. И дальше что дальше? Скальпель, ну еще скальпель. Нам нужно вытащить эту свинью оттуда. Мой кулак до сих пор болит. Смотрите, на этом оборудовании загорелась лампочка. А, стоп. Надо было бы еще раз нажать, окей. Значит, его тоже можно подвинуть. Серьезно. Как это вообще... Как они вообще соединены? Каким образом это связано друг с другом? Как? Просто как это вот... Передало питание сюда? Передало сигнал вот этой штуке, чтобы она передвигаться начала? Хотя она просто стоит на колесиках? Окей. Я, конечно, понимаю, все, 2069 год, все такое, но, блин... Хотя бы сделать как-то это пологичнее. Давай, двигай. Окей, мы соединили их. Все, они скреплены навсегда. Судьбой связаны. Что свет стал красным, мы сделали что-то не то. Берегитесь, отойдите оттуда. Бабах! Пунь. Свинтус, пора тебя резать. Итак, фу, эта штука тяжелая, дико воняет. Меня сейчас вырвет. Патитный, давай тащи ее, раз ты не хотел доказать, что ты мужик. Ты сможешь, Эрик? Режь свинью, окей. На куда ее, на кой столик потащить? На сюда? Не сюда. Куда? Туда? Назад? Сюда? Не сюда? Куда ее тащить-то? Куда поставить свинку-то? Может, ее помыть сначала надо? А, вот сюда, может, окей. Фу. Она так шмякнула, значит, нам нужно ее спороть брюхо свиньи. Ты сделаешь это, я буду тебя подбадривать прямо отсюда. Не могу поверить. В итоге, похоже, будут бедный ребенок резать свинку впервые в свою жизнь. Ну, все бывает впервые, так что это будет ценным опытом тебе, если ты выберешься отсюда, приятель. И давайте спорим ей брюшко, посмотрим, что у нее внутри. Точнее, не брюшко получается, мы же будем ей шею пороть на уровне шеи. Свинья на месте, скальпель на месте, но откуда начать резать? Ну что вы медлите, дай-ка мне скальпель, есть одна хитрость. Там же было написано, где резать, я не знаю. Вау, так мастерски, у твоих родителей случайно фермы нет мира? Откуда у них такая свинка? Что-то типа того. Теперь посмотрим, что внутри. Что там внутри? Там еще одна свинья. Там выход. Получается, свинья это какой-то портал, другое измерение. Бедное существо. Zero. 17 лет назад умерла одна женщина. Ее грудь была спорота острым предметом. А че он такой тихий? Че он такой тихий внезапно? Какой-то свиньи. Че это лежит на столе такое? Это у него теперь что внутри было? С одним отличием. Женщина была жива.
И сердце все еще билось в момент, когда его жестоко вырезали. Спасибо за аппетит. Упс. Подозреваемый катался мужчина, который был быстро пойман. Он, должно быть, планировал сбежать на такси, которое заказал до того, как его поймали. Умно. 200 IQ. Я не намекаю, конечно, на что полиция арестовала его до того, как он успел сбежать. Он еще и облажался. Лошок. И тогда в такси сел один известный хирург. И он ему прям там лицо переделал. Он направлялся в госпиталь. Пациент с серьезной болезнью ожидал операции. Окей, к чему ты клонишь? Ты правда какая-то пила, что ли? Но такси попало в аварию до того, как успел добраться до места назначения. Ну, как-то реально тихий. Машина столкнулась с грузовиком. Исход был ужасающим. Поэтому я его наказал. К сожалению, в результате этой аварии водитель и хирург погибли, но выжил. Но выжил, по иронии судьбы, как и мальчик, ожидавший операции. Да. Жизнь поистине несправедлива. Ну, спасибо, капитан Очевидность. Не так ли? Зачем вообще рассказывать эту историю? Просто хорошая история, почему бы нет? Просто от этого избавляется, правда? Этот рассказ, наверное, ничего не значит. Ну, блин, я не уверен. А теперь начнем нашу игру. Я хочу сыграть с вами в одну игру. Правила таковы. В брюхе свиньи находится... Мы правда сейчас значит, находимся в пиле какой-то, по-настоящему. Все по классике. В каждом из них содержится особый вирус, радикал 6... А, это который снаружи происходит. Радикал 6? Это особый вирус. Он пробуждает желание совершить самоубийство и пару других вещей. А, такого плана вирус? То есть какой-то, не знаю... У инфицированных время от проявления симптомов занимает от 10 минут до 2 часов. После чего носитель вируса начинает ощущать непреодолимое желание совершить самоубийство. Вероятность летального исхода 175%? Не говорилось сразу здесь 100%. Вирус передается воздушно-капельным путем, очень опасен. Ау. Если это такой в реальной жизни вирус. А да, полагаю, вы уже заметили некоторые документы по этой комнате. Кое-что про ФБР. Фанатик BOR вирус. Вау, ФБР говоришь, да? Вероятность реального исхода от этого вируса 100%. Заражение вызывает обильную потерю крови, а затем непременную смерть. Стоп, то есть... Фанатик BOR это другой вирус? Это какой вирус снаружи летает? Вирус радикал 6 и ФБР противоположит. Почему назвали ФБР? Серьезно? Его буквально звали ФБР, даже в оригинале FBI. Если заражены радикалы 6, его действие может быть прекращено введение ФБР в организме, и вы не заражены. Вау, чудеса. Антивирус, и наоборот. Если ввести радикал 6, будучи зараженным ФБР, то что? Вылечимся? То оба вирусы уничтожат друг друга, не оставив никаких следов в вашем организме. Вау. Так к чему ты клонишь? В чем игра? Когда один вирус является ядом, использование другого и сделать его антидотом. Антидотом. Теперь время для важной информации. Я не эксперт по ядам, очевидно, поэтому я не буду спорить с этим. Я могу сказать провидец, я могу предсказать будущее. Да что вы говорите, мистер Зеро? А что если все эти вирусы это просто это... Если бы я предвидел, что вы решите себя вести себя радикал 6. Ты бы сделал так, чтобы ФБР находился в устройстве проверки отпечатки пальцев. Ну да, он ищет. Так вот, что если на самом деле все эти вирусы просто пустышка, и на самом деле он просто стирает нашу память, как и обычно он везде делает, и он уже видел это, что будет в будущем. Ну, это бы означало, что вы уже заражены ФБР. Типа, если мы не будем знать, что произошло, то мы все равно... Если мы не знаем то, что там находится там, вот то устройство, можно нас выкать то, что это вирус, а на самом деле нет. Помню, что-то почувствовал, когда прикоснулся, что-то колющее. То есть на всех углах ядовитой иглой? С другой стороны, я бы предвидел, что вы не ведете радикал 6. Окей, давай уже к делу, что нам делать надо? Вот мне надо распинаться, то стал бы его незараженный. В этом случае вы бы не оказались заражены ФБР. Что? О чем он говорит? Если вы ведете себя радикал 6, значит вы уже заражены ФБР.
И типа он говорит нам типа на слабо, типа говорит нам не факт, что мы заражены или как. Если нет, тогда вы не инфицированы. То есть, проверить это, если не вести, то никак нельзя, правильно? Что в обоих случаях означает? Смерть. Чтобы... окей, с того, что останетесь живы. В данной ситуации вам не нужно ни о чем волноваться. Да, просто ничего не делайте. Просто ничего не... Что, выберите? Вести себя радикал 6 или же воздержаться от этого? Тщательно обдумайте свое решение. Или скажу, что ваше решение мне уже известно. Откуда? Как это может быть? Как это может быть? Даже мы же не можем под два раза выводить этот шприц, не шприц. Если, возможно, тоже из будущего, и он видел все эти другие параллели реальности, не знаю, так разве нам вообще нужно выбирать? Да, я тоже говорил, а? Если я говорил правду, то исход будет один и тот же. Ну да, да, если типа ты, либо ты заразишься, либо ты не заразишься, и ты уже заражен. Если мы ведем себе Radical 6... Если мы заражены ФБР, юристы не сожрут друг друга, и мы живы. Так это десятерная ловушка. Если мы заражены, то мы ведем. Если мы это не сделаем, значит, мы даже не были заражены. Но откуда ты знаешь, что ты не заражен? Что если это все ложь? Да. Это... Ловушка в сотой степени. Он говорит, что Зера может лгать про его провидение. Если подумать, шансы того, что он берет невероятно высоки. Или невероятно малы, наоборот. Тогда что нам делать? Как нам, черт возьми, поступить? Я не знаю, приятель. Пум-пум. 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 Время решать или нет, мы уже узнаем в следующей серии. Точнее, очевидно, в следующей серии как раз таки решим, а что сделаем мы, ведем или нет. Но, спойлер, мы ведем и не ведем одновременно, потому что мы, очевидно, хотим знать все исходы, поэтому... Что ж. Узнаем уже исходы в следующей серии, и спасибо всем за просмотр, как обычно. Подписывайтесь на канал, оставьте ваши комментарии. Ставьте лайк, всем понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до скорой всем встреч, как обычно, и пока.